Это мы смотреть не будем. Там происходит акт дефекации у собаки, собачьей пасточки. Я дома. Сегодня четверг, но я замахалась так, как будто уже Юшкин-матрешкин и пятница. О, кстати, Николай. Николай договорился о продаже семенной картошки. Она уже тут прорастает во всю. Только единственное, ее надо перебрать и разложить вот в эти вот контейнеры, наверное, чтобы она сохла и нормально была. Посмотрим, сколько ее будет. Там еще есть. А еще и же есть, да? А в пакете? А, есть картошка? Да, картошка. Есть. А что, а чего нет еще? Сказал нет. Коль, вот смотрите, вот он делает так. Я говорю, Коль, еще есть? Он говорит, нет. Я говорю, нет картошки больше? Он говорит, а, картошка есть. Я спрашиваю, а чего тогда нет? Просто сказал, что нет. Вы адекватны? Господи, там агдификации... И у добермана происходит. Что такое-то? Все обосренькались-то разом. Джон, иди отсюда! Чего ты к нам-то приперся? Сейчас рассыпем картошку и переберем. Нет никого. Вечер пятницы. Озеро. Сегодня пятница, завтра выходной. Озеро, озеро, озеро. Вот там на той стороне. Тебя с собой потащит. Товарищ, да что за хоровод-то начался это? Муравьиный. Все привязаны. Пошли. Стрели на озеро. Мне вот это нравится. Помойся макуру. Ну, здесь умудряется. Я коробку, перчатку. Блин, 2023 год на дворе. Такое ощущение, что вот это вот все. Сейчас трава подвырастет, блин, конечно, мусор не убирают. Я про что? 2023 год, а люди до сих пор умудряются на озере на это мыть машину. Блин, 100 рублей автомойка стоит. 100 рублей? Нет, он приедет нет, сюда. Не автомойка, а самомойка. Самомойка. С этим, с ведерком. Мне машину купить денег, мне ну, ладно, купить. Я понимаю, где-то в регионе там, может, где напряг там с мойками. Но, блин, у тебя тут на каждом шагу это мойка. И ты идешь мыть машину на озеро. Ну, я не знаю. Мувитон какой-то, если честно. Пятница, рабочая неделя прошла. Прошла, и шут с ней. Я так рада выходным. Я так хочу поспать. Кого-то вы... Я эту неделю, кстати, простите. Ни разу не опоздала на работу. Мария, простите. Что? Но вы не поспите. Почему? 9 часов приеду за картошкой. Не-не-не, я не буду отдавать картошку. Ты офигел, что ли? За картошкой. А я подгрузка в 9-10, я 8 часов уеду. Ты офигел, Коля, ну блин, ну зачем ты на такое время-то договорился? Это не я, это они сказали. Я пошутил, если что, я выставлю. У нас сильная курица на ужин. Пакетик Коля приготовил. Ты чего? Ты чего? Ой-ты-ры-ты-ты-ты-ты. Коля перебирает. Картошку уже почти перебрал. Всё. Соседская тарелка у нас тут. Как обычно. Показать вам картошку перебивочку сейчас. Вот. Здесь еще мелочь будет. Мелочевка. Мы ее отдаем чисто за символическую плату. Но для семенной это чисто символическое. 15 рублей за килограмм.
Блин, мне надо же носки поставить, стирать. Я хожу тут с вами болтаю. Ну, это Маша вылила в раковину немножко заварки. И теперь Коля немножко чистит раковину. Стакан. Маша немножко заварки выпила? Немножко. А вот это что такое, блядь? Не надо показывать, что ты там нашел. Пошла. Руда. Чё там, чем забито? Заваркой? Палками какими-то. Палками? Я палки туда не смывала. Так, может, и трубу не надо чистить тогда? Если ты стакан прочистишь, а? Ну, не надо, можешь порошок засыпать? Надо. Надо? Ну, смотри. Ну, смотри. Лизя. Всем доброе утро. Люди вон везде шевелятся уже. Что-то делают. Я, кстати, продала картошку, осталось 2 батончика. Везде там соседи. Здесь соседи живут только летом. Вот сейчас приехали, убираются. Скоро начнем приводить в порядок веранду. Это все загрунтуем и покрасим в коричневый цвет. Покрасим вот эти в деревянные конструкции. Здесь планируем сделать заборчик вот этого. Значит, еще по освещению хочу установить. Джон, нельзя. Освещение на боках. И дальше будет все в петунях. У меня вот горшки, которые покупала для питони. Эти останутся здесь же, наверное. Вынесем столик. И будет красота. А чё рыжик-то не пошел на солнце? Чё он остался-то? Лупец. Где он? Кто-то ушел. Да. Ой. Сейчас. Я с утра, значит, проснулась в 9 утра. Ну, Коля меня разбудил, потому что люди приехали за картошкой. Я вышла, отдала им картошку, поболтала немножко с людьми. Ну, просто покупать. Я не знаю. Ну, поболтать. Грех. Грех не поболтать. О! Поболтала и... Смотрите. Опа! Первые бутончики на моих цветочках. Опа! Вот их уже можно начинать потихоньку вот на солнышко выносить, чтобы они начинали привыкать. Ой! Ой, смотрите, подвяло у меня это. Сейчас я полью. Астра, она не боится засухи, она сейчас быстро восстановится. И меня, знаете, что прикалывает? Здесь... Смотрите, я же садила разные сорта растений. Я тут такая смотрю, что тут у меня растет. И потом, фигакс! Это крапива? Я так понимаю. Вот, видите, какие шипы у крапивы? Офигеть, она попала либо с землей, либо, что знаете, с чем. Короче, дело у меня тут не в проворот.
Тара есть, надо все пересаживать, все делать. Ох, все, много всего надо делать, потому что она уже хочет цвести, рассада. Все уже собирается цвести. Так, ну, значит, я встала, отдала картошку. А потом, ой, у меня такие волосы неприлично грязные. Потом Коля уехал на работу с утра. Потом я легла, смотрела всякие ютубчики, фигубчики. И сейчас, когда я затекла, я решила, что пора, наверное, вставать. Кстати, у меня здесь опрыскиватель есть. Нагоним давление. И... вода заканчивается. Астрочка спала с ним. Немножко. Не знаю, буду оставлять себе астру или нет. Я вообще люблю такие растения на срезку. Но мне их особо садить некуда. То есть у меня нет же такой земли открытой. Тут мне все закрывают петуни вот эти большие. Надо срочно мне все сегодня расталкивать по своим местам. О, Коля. Колин стайл. Стайл его жизни. Вот так вот покушать и оставить. Капец. Добралась я наконец-то до уличной нашей гирлянды. Она вот такой вот бахромой. Я не знаю, как ее правильно сматывать для хранения на зиму. Но как бы я иду по самому, мне кажется, простому способу. Я просто ее с конца, вот эту бахрому так вот в линейку втягиваю и на руку наматываю. Мне кажется, ну, вдоль провода складываю, получается. Я не знаю, насколько это правильно, но мне кажется, так ее будет хотя бы реально размотать по зиме. Потому что если я сейчас отдельно каждый буду закручивать, это вообще стрёмно. Надо освобождать веранду, потому что часть рассады, возможно, будет тусить на веранде. Райан, что ты там увидел? Кошака какого-нибудь? Ты что там увидишь? Все зрение уже плохое. Ощущаешь, что ли, кошака? Короче, сматываю. И это не вся, это вот то, что мы сняли вот только вот здесь, вот, вдоль дома. А то, что на козырьке с той стороны, это длинная новая, она до сих пор еще там болтается. Так. Докрутила. Теперь саму эту туда же наматываю. И беру хомут. И хомутом все это дело стяну. Мне всегда хомут не в ту сторону нужно затягивать. Просто переворачиваю. О. Все. И вот таким образом я ее буду. Вот таким образом я ее буду хранить. А большая, не знаю, ну, должна также смотаться. Сейчас это все положу в свои новогодние эти украшения. Только я не помню, где они лежат.